Дворовую сегодня посмотрим песенку. Такую простецкую там до безобразия. Вот кто начинающий гармонист и только пытаются соединить пальцы, первые шажочки делают. Это вот самая легкая песня, которую я разбирал. Она прям, ну, легко. Правая сторона дается и левая. Там все по-простецкому. Давайте посмотрим. Простецкий вариант. Там буквально два куплетика, по крайней мере, я, насколько помню эту песню, может быть, что-то уже добавилось новое, но вот такой вот вариантик. Успехов вам, друзья, в разборе хорошей песенки!